Неважно, проводит ли мужчина время возле обожаемого и единственного автомобиля или ремонтирует износивший себя кран, в этом центре он найдет именно то, что ему нужно. На то это и центр. Все начинается с малого. Винтики, гвоздики, гаечки и прочие. Такие нужные в хозяйстве полезные мелочи. Что представлено в этом отделе, рассказывает Наталья Сергеева. Разнообразный крепеж для строительства, ремонта дома, для ремонта мебели и разнообразные герметики, пены, все, что нужно для дома и хозяйства. Мы хотим от лица своего отдела поздравить вас с 23 февраля. Это праздник настоящих мужчин, которые защищают нас не только на поле боя, но и в повседневной жизни. И я хочу вам пожелать остаться всегда настоящими мужчинами, чтобы ваше сердце было согрето теплом родных и близких и чистого и светлого неба над головой. Подарки в Никоме может выбрать и сам мужчина. А если дамы захотят справиться самостоятельно с этой ответственной миссией, опытные продавцы-консультанты подскажут и посоветуют. Вы обязательно сделаете правильный выбор в зависимости от вкусов и потребностей сильной половины человечества. На витринах этих отделов самые настоящие мужские помощники в хозяйстве и быту. У каждого ответственного хозяина должен быть целый арсенал всевозможных орудий труда, предназначенный и для машины, и для дома, и для себя любимого. На цоколе вы найдете широкий ассортимент автозапчастей, машинные масла, жидкости и даже скидки в 20%. На первом этаже в отделе ИП Беляковой аксессуары для автомобилей, охранные системы, автомагнитолы в виде моделей машин. Оригинально, современно и практично. А рядом электротовары, инструменты, бытовые и хозяйственные наборы. В общем, все то, что должно быть в хозяйстве у каждого уважающего себя представителя сильного пола. В дополнение ко всему прочему, отдел, в котором представлен огромный ассортимент парфюмерно-косметической продукции. Для мужчин у нас есть широкий выбор. Это и дорогие духи фирм Босс, Антонио Бандерас, Пако Рабанне, Лакост, Адидас. Есть также духи попроще. Это Кузнецкий мост, Океан. Есть новиночки, которые вышли буквально 2 недели назад. Их еще нет в магазинах нашего города, но вот мне удалось их привезти. Низкие цены здесь не показатели качества продаваемой продукции. Это для покупателей, чтобы сначала оценили отдел, говорит Павел. Соблазнительные и пленительные ароматы, вплоть до банальных, но всегда нужных мужчинам. Подарков, таких как пена или гель для душа, все именно здесь. Здесь же целый отдел спецодежды и рабочей обуви. Удобная и надежная, она важная экипировка любого современного работающего человека. А на втором этаже, но очень доступная по ценам, повседневная и нарядная для мужчин, одежда производства российских фабрик. Обустраивать уютное домашнее гнездышко теперь может не только женщина. Оконный двор на цоколе поможет организовать и теплые окна, и надежные двери компании «Торекс». Наша компания специализируется на оконных профилях. Предлагаем самые основные профиля. Это КБЕ, Рихау и Саламандр. У нас есть единственные профили Саламандр, который не льется в России. То есть это чисто немецкий профиль. Очень доступные цены в нашей компании на этот профиль. Те люди, которые к нам приходили, возвращаются вновь. Это нам очень приятно, потому что когда человек доволен, приятно самим, что люди приходят. Также приходят их и соседи, друзья. То есть работает сарафанное радио. Как бы для нас это, наверное, самая основная реклама. 23 февраля – это тот случай, когда для себя вы сможете выбрать действительно полезный подарок, получив при этом приятные эмоции. В торговом центре «Ником» такие подарки можно делать себе хоть каждый день. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я хочу пригласить жителей нашего города в наш торговый центр «Ником», который находится по адресу Юбилейная, 60. Ну и, конечно, в преддверии праздника поздравить всех мужчин города с Днем защитников Отечества, который действительно стал по-настоящему праздником мужчин настоящих, умеющих вовремя подставить женщине свое мужественное плечо, сделать женщину счастливой. Поэтому я хочу, чтобы наши мужчины были здоровы и счастливы, успешны и благополучны. Ну и, конечно, очень уважительными по отношению к женщине. Будьте счастливы. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, телекомпания «Муромский меридиан».